Привет, друзья! Ну что, сегодня мне нужен приз за страдания. Я сегодня столько часов отстрадала, что вы даже себе не представляете. Но об этом расскажу завтра, наверное. Чтобы сегодня не занимать время другими делами. Ну что, очередные вафли. Сегодня они будут просто банановые. У меня есть такой вот спелый банан. Хороший спелый. Вафельница уже греется. Что нам понадобится? Один банан, 200 грамм йогурта греческого, у меня тут 250, поэтому чуть-чуть оставлю. Одно яйцо, ванилин разрыхлитель, у меня рисовая мука. Есть этот самый эритрит сахарозаменитель, но не знаю, банан сладкий, может я даже и не буду добавлять. Но посмотрю по тесту. Так, что делаем? Вилкой разминаем бананчик. Превращаем его в такую кашку. Такую кашку-малашку. Можно было блендером измельчить, но я вилкой. Не хочу еще блендер потом мыть, возиться. Уже и так устала сегодня, как собака. Так, яйцо разбиваем сюда. Все перемешиваем яйцо с бананом. Хорошенько. Сюда же сразу бахнем ванилинчик. Здесь маленький-маленький пакетик, поэтому весь высыпаем, весь сюда высыпаем. Так, хорошенечко, чтобы яйцо здесь распределилось, белок, желток. Вот такое уже, смотрите, какое красивое получается. Тут у нас задаток, зачаток теста. Так, берем йогурт, нам надо 200 грамм, а его 250. Ну, значит, оставим там ложку какую на дне. На глаз. Ну, вот столько где-то оставим. Потом же с этим йогуртом можно и покушать. Вместо сметаны смазать вафельку, если кто любит. Если кто хочет, можно с этим самым, можно с медом, можно с вареньем, можно с чем угодно кушать. А я просто хочу чай и вафельку вкусную. Это все будет мой ужин. Такой у меня будет сегодня вкусненный, обалденный ужин. Так, все, сейчас все перемешала. Добавляем муку. Так, все ложки запыскала. Сейчас возьму еще одну. Так, муки идет по рецепту 3 ложки. Но по рецепту идет обычная мука. У меня мука рисовая. Я не хочу обычную, возьму рисовую. Поэтому буду смотреть по тесту. Раз, два, сыплю пока 3 ложки. Пока 3, а там посмотрим. Все хорошенько перемешиваю. И получается вот такая красота. Смотрите. Вот такое тесто. Падает с ложки. Даже не знаю, добавлю чуть-чуть клетчатки. Клетчатку добавлю. У меня вот такая вот клетчатка из льна с имбирем. Чуть-чуть добавлю. Не знаю, оно вроде и нормальное. Тесто такое как раз и должно быть, но на всякий пожарный. Капельку. Ну сколько тут, думаю, ну чайную ложку. Не больше. Чуть-чуть, чтобы улучшить наши вафли. Клетчатка нам для здоровья не повредит, правда? Поэтому капельку, совсем капельку. Все, добавляем разрыхлитель, пол чайной ложки. Разрыхлитель. Вафельница уже загорелась зелененькая. Видите, пока замешаешь тесто, вафельница уже успевает нагреться, как правило. Поэтому перед тем, как начинать, вафельницу ставим разогревать. Вот, пол чайной ложечки разрыхлителя. Так, все. Опять перемешиваем. И что делаем? Жарим. Правильно. Эх, будет вкуснятина. Так, вафельница вам видна. Подвинем сюда поближе. Нагрелась, зелененькая. Открываем. Так, берем кисточку. Здесь масло немножко наливаем. Смазываем. В вафли никакого масла не добавляем. Смазываем вверх-вниз по чуть-чуть. Все,
все, вот такая красота у нас получится. Все, и кладем тесто. Так, ложечку сюда. Они будут нежнейшие, вкуснейшие. Ложечку сюда. Все, накрываем. И на 5 минуточек забываем. Ну что, друзья, первые, я думаю, готовы. И уже и водичку на чаек поставила. Ох, красота какая. Ой, горячие. Они так сильно и не будут зарумяниваться, потому что это же все-таки не просто мука, а рисовая мука. Рисовая мука так не зарумянивается сильно. Так, смазываем маслицем. Хорошенечко. Так. А знаете, так вот, когда здесь копошишься, то так сильно запах не слышишь. А я пошла, сходила в зал, посмотрела на термометр. Потому что что-то в интернете пишут, что типа уже ноль. Утром было минус 10, такая холодина, ветер. Ну да, там темновато, правда. Но посмотрела, да, где-то около нуля. Представьте, какие перепады. И потом, когда иду обратно, такой запах здесь стоит. Смесь банана с ванилином. Обалденный запах. Так, ну что, думаю, уже вторая порция готова. Кстати, одну вафельку я уже съела. Как думаете, мне понравилось или не понравилось? А? Пишите прямо в процессе просмотра. Понравилось вам или не понравилось? Ну что, ой, уже хочется сесть, попить чаю. Наверное, сейчас побольше теста положу немножко, чтобы они были побольше, эти вафельки. А так я какие-то маленькие их делаю. О, сейчас на всю эту, на всю формочку распределим, чтобы они были покрупнее. Тогда быстрее тесто закончится. Вот так, сделаем их побольше. Нам надо же, капля капнула не туда, куда надо. Все, убрала, закрываем. И жарим. Сейчас уже все дожарю, и потом будем пробовать. Ну что, друзья, получилось 4 больших и 4 маленьких. Одну маленькую я уже съела. Ну что, попробуем вместе, что у меня тут получилось. Ну что, друзья, вкусненный африканский чаечек и вкусненные вафельки банановые. Видите, какие красоточки? Смотрите, какой удачный рецепт. Не надо никакого, ни сахара, ни сахарозаменителя, ничего. Они такие сладенькие за счет банана. Банан у меня был большущий. А если у вас большая семья, надо много вафелек, значит, делайте на 2 банана, на 3 банана, на сколько угодно. Надо, конечно, подольше повозитесь, но всю свою семью обеспечите такой вкуснятиной. Или на завтрак, или на перекус, или на ужин, как у меня. Обалдеть, как вкусно. Банан, ванилинчик. И прям такой вот банановый вкус чувствуется, очень вкусный. Банан, наверное, хороший попался, сладкий. Вафли получились супер вкусные. Так что обязательно приготовьте. Муку можете взять любую. Обычную, какую хотите, какую угодно. Еще, конечно, лучше, если у вас есть, знаете, какая мука? Миндальная. Ой, с миндальной мукой как вкусно будет. У меня нету миндальной муки. Надо обязательно будет купить, когда буду заказывать себе клетчатку. У меня уже там заканчивается. Кое-что еще надо, короче, надо мне заказать эту, как она там называется, Емол доставку. Только в ней там есть эти здоровые питания, такое хорошее. Ну или в Минск поехать купить. И там заказать. И закажу себе тогда миндальной муки. И буду делать обалденно вкусненные вафли. Все хочу, знаете, какие вафли сделать? Тонкие вафли, хрустящие. В этой вафельнице тоже есть такая насадка. Но у меня где-то есть старая вафельница советская, где получатся они такие большие, длинные. И с кремом сделать, прикиньте. Вот это будет бомба. Так что не бойтесь, экспериментируйте, обязательно приготовьте себе такие вафельки. Все, друзья, вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах.
кто ужинает вместе со мной. Всем приятного аппетита. Всем пока.